Вов, ну, пожалуйста, твое впечатление от игры с ЦСКА. Казалось бы, да, 3 гола забили. Почему все-таки проиграли, не удалось удержать? Из-за своих ошибок потеряли концентрацию, где-то, может. Ну, не знаю, в общем. Ну, голы такие, как нам. На контратаках они забили, то, что у них сильные стороны, на контратаках они бегут все, и нам, в принципе, забили так 3 гола. Ну, все-таки в атаке можно команду сегодня отметить, да, похвалить. Как считаешь, это следствие чего, что настроились или мы работали там над атакой в последнее время активно? Вот как это можно? Ну, просто получалось очень хорошо, хорошие выходы делать в контратаку, хорошо бежали. Зоны у них, они как бы много контролировали мяч, и у них защитники крайне подключались, освобождались зоны, и за счет этого мы контратаковали. Урал за последние 2 матча 7 мячей пропустили. Сейчас, наверное, после небольшого перерыва начнете над обороной работать, исправлять какие-то ошибки. Наверное, потому что голы такие, да. Потеряли мяч на своей половине поля. Еще раз, второй раз потеряли, не забили, пропустили в раздевалку. Ну, такие голы очень обидные. Если бы забили нам такие хорошие голы, после там хорошей комбинации, как бы было не так обидно. Расскажи немножко о ближайших планах команды, что перерыв, что будет? 3 числа нас собирают и начнем готовиться к Спартаку.